Видео предоставлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Сегодня мы выполним задание Lesson 33, урок 33, Exercise No. 1, упражнение 1. Помоги детективу. Скажи, что умеет делать разыскиваемый им сказочный персонаж, если он Чиполлино, Буратино, Шапокляк, Крокодил Гена, Мисс Четтер? Итак, смотрим на рисунок. Первое, что мы можем увидеть, это барабан, а значит, он умеет играть на барабане. Скажем это по-английски. He can play. Не забывайте, что с названием музыкальных инструментов мы употребляем определенный артикль the. Play the drum. He can play the drum. Он умеет играть на барабане. Дальше мы видим теннисные ракетки. Это значит, что он умеет играть в теннис. He can play tennis. Название спортивных игр мы пишем без артикля. He can play tennis. Он умеет играть в теннис. Также мы можем увидеть футбольный мяч, а значит, он умеет играть в футбол. He can play football. He can play football. С книгой мы можем составить предложение «Он умеет читать». Будет звучать как «He can read». He can read. Он умеет читать. Если мы видим шахматы, значит, он умеет играть в шахматы. He can play chess. Он умеет играть в шахматы. И последнее мы видим гитару, значит, он умеет играть на гитаре. He can play определенный артикль the и название музыкального инструмента. Guitar. He can play the guitar. Задание выполнено. Если вам понравилось это видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.